Добрый день, друзья! Сегодня будем рисовать такой абстрактный букет. Первым я нарисовала вот этот. Следующим был вот этот. И вот этот. Не знаю уж, не все мне нравится. И решила сделать еще. Формат все меньше и меньше. Я поняла, что на большом мне не очень удобно рисовать. Можете брать какой вам удобен лично. Итак, приступаем. Начинаем. Палитра, акварель. Акварель у меня профессиональная, художественная. Кисти различные. И синтетика, и натуральные. Салфетки, чтобы вытирать, несколько емкостей с водой. Итак, приступаем. Я даже уже не стала рисовать вазу. Мне уже это надоело. Я просто беру сразу голубоватым ее нарисую. Вот так вот. Вот так вот. Обозначила. Все. Краской. Можете брать карандашом. Цветы мы также все делаем красками. Беру желтый и просто вот так вот делаю границы нашего букета. Теперь беру красный. И начинаю делать неоднородные красные пятна. Теперь беру и размываю их. Акварель любит воду, не бойтесь смывок, размывок, перетекания из одного цвета в другой. Теперь берем оранжевый, тут же не дожидаясь, пока что-то высохнет. И также делаем вот так вот, нашлепываем, грубо говоря. Также краешки размываем. Чтобы получились такие абстрактные пятна. То есть, а потом уже формируем кисточкой. Следующий этап. Другой оттенок. Розоватый. Маджента. Также подсмыли ее. Теперь беру голубоватого, но его надо брать аккуратно и немного. Белые пробелы стараемся оставлять, белые пробелы масломасляные. Пробелы стараемся вот эти оставлять, чтобы акварель была легкая. Берем зеленый и добавляем зелени. Также сразу делаем кустики, торчащие веточки. Также добиваясь вот этого смешения перетекания. И здесь чуть-чуть синеватого. Сразу добавляем синевы сюда. Все. Теперь берем и добавляем лавандового чуть-чуть.
По краям я хочу добавить лавандового. Чтобы он такой легкий, как тень, как оттенок какой-то, легкость такая, нюансность. Не забываем, что наша живопись должна быть нюансная, легкая. Так, продолжаем. Ваза пока здесь подсыхает, потом будем находить и вытаскивать какие-то цветы, прорисовывать. Так, вазочка у нас также с синевой делаем, такую прозрачную, да, ее полупрозрачную. Сразу здесь добавляем потемнее и с фиолетовыми оттеночками. И начинаем вот так вот смывать. Сразу добавляем разнообразных оттенков с рефлексирующих цветов. Красные, чуть-чуть мадженты, чуть-чуть желтизны и чуть-чуть зеленцы, конечно же. Сейчас еще здесь сделаем стебли. Блики сразу вымываем. Так, все, пусть подсыхает. Теперь вытаскиваем цветочки. Беру красного оттенка и начинаю. Так, какой цветок? Вот этот мне хочется проработать. Вот так добавила. Оранжевый. Также добавила и сюда же чуть-чуть красноты. Мадженту. Из-под травки выглядывает. Добавили. Сюда желтого. В нижний оранжевый добавила. Также чуть-чуть желтизны сюда. В сердцевинке. Чуть-чуть мадженты беру. И здесь можно еще какой-нибудь выделить. Так, синий выберу. Выделяю здесь. И здесь. Еще чуть-чуть беру. Господи, забыла, лавандового. Еще беру, делаю веточки. Чуть-чуть желтого в серединку. Так, и сюда. Здесь немножко подсохло уже. Желтый-зеленым делаем стебелечки теплым. Еще прорабатываем вазу.
Теперь делаем тень. Беру индиго, темный, красный. В тени также есть рефлексы от цветов, не только в вазе с водой, да? Но и в самой тени. Хочу сделать фон. Чтобы получилась такая абстракция. Сейчас я его подвымокаю. Я пошла в разнос. Как это часто в акварели получается. Ничего страшного. Я хочу, чтобы цветы были вписаны в атмосферу. Не просто на белом фоне, который бы резал, а чтобы все это было вписано. Итак, еще раз подчеркиваем некоторые моменты. Я имею в виду цветы. Находим, обводим. Ничего трудного. Как обводим? Вписываем. Не забывая про тени, соответственно, что тут темнее внизу цветы, на свету чуть светлее. Тень как раз размылась и уже не такая четкая, рассеянная такая получается. Неоднородная. Так, ну все, практически. Хочу, чтобы теперь подсохло, чтобы было лучше видно конечный результат. Кое-где добавляю пятна лавандового. Thank you.
не делая четких границ. Таким образом показываю, что получилось у нас. Вот такой букетик у меня получился.